Алексей Белоус из династии полицейских. Поэтому, когда подошло время выбора профессии, он не задумывался, переступил порог транспортной полиции, где служил отец и дядя, и попросил направление на учебу в Орловский юридический институт МВД. С тех пор прошло уже 10 лет. Теперь Алексей Белоус – начальник оперативно-сыскного отделения уголовного розыска Сочинского линейного управления. Более того, лучший оперативник во всем Южном федеральном округе. Территория обслуживания очень длинная, более 500 километров. Обхватывает многие регионы Краснодарского края. То есть не только наш город Сочи, но и Туапсе, Апшеронский район, Белореченский район, Адыгея. Там наши подчиненные подразделения. И наша задача – недопущение выявления правонарушений и преступлений. Соответственно, сопровождение поездов, в том числе по нашей территории, на смежные подразделения. И чтобы, когда люди приезжали сюда, в город Сочи, были застрахованы с целью имущественной безопасности. Потому что у нас в основном распространенное преступление – это кражи. Свою работу Алексей Белоус действительно любит. Говорит, каждый день не похож на прошедший, да и общение с людьми делает профессию интересной. Бывает, что люди, благодарные за оказанную помощь, возвращаются в Сочи через несколько лет и заходят в линейное управление, чтобы еще раз сказать просто по-человечески спасибо. А пока разгар курортного сезона, а значит и самый накал в работе. Вчера задержали людей по факту кражи. Люди отработаны? Люди отработаны, да, взята явка и... Какая-нибудь помощь требуется? Да помощи, в принципе-то, никакой не требуется. Уже все сделано, вся работа сделана. Дознаватели работают? Дознаватели работают. Все. Оперативная служба – это, конечно, не кабинетная работа. Напротив, это частые командировки и ожидания семьи, которая понимает, служба, она одна на всех. И переносить все ее тяготы приходится всем вместе. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».